Так, ну что же, смотри, вот это вот мой райончик, в принципе, видишь, какие дома, какие-то богатые тетеньки или дяденьки тут живут, вообще непонятно. Ну а вот это вот уже мой дом. Как тебе он? Красивый, Красивый? большой. Да. Уважаемые подписчики, сегодня я хочу порекомендовать вам интернет-магазин, в котором вы найдете большинство ключей из Steam по очень низким ценам. Это не магазин однодневка и не рулетка с нулевым шансом на победу. Steam-аккаунт работает с 2010 года, и на данный момент это один из немногих по-настоящему надежных и недорогих магазинов. Ссылочку я оставлю в описании под видео, переходи и покупай. Всем привет, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Диман, и это новая серия моего мини-блога в GTA 5. Друзья, я сейчас нахожусь в своем бассейне, решил я за столько лет, имея данный дом, его опробовать. Хочу сразу сказать, замечательный бассейн, да и вообще я рад очень своему дому, да и покупке. Я не пожалел ни разу за то, что потратил так много денег на данный дом. Друзья, ну в общем-то, давайте я уже, наверное, выйду, я уже накупался за сегодняшнее утро. Хотелось бы... Ой-ой-ой, провалился. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за ваши лайки, за комментарии. Вы очень просили, чтобы Настя записала один день из своей жизни, и мы сделаем что-то типа, ну, одной серии ее жизни. Это что за крендель тут, я не понимаю, а? Дружище, а ты кто вообще такой, а? Ты офигел? Это мой дом! О! Сука! Кто это вообще был-то? Я, походу, его ушатал и... Блин, его надо убрать как-то с нашего дома нахер. Ладно, пойду пока переоденусь, потом будем думать, что делать с этим телом. Пацаны, ну, в общем-то, его забрала скорая помощь. Я ему хорошенечко так присунул, и в итоге он окочурился. Короче, ладно, погнали. Ну, попробуем заработать, потому что, как вы знаете, в предыдущей серии я купил Насте машину, приору. Ну, на наши деньги это, в принципе, около 10 тысяч долларов. И сейчас у меня осталось всего лишь 11. А вы знаете, что вообще починка моей, которую я купил машину, а именно Chevrolet Camaro Bumblebee, стоит 50 тысяч долларов, и нам надо как-то найти эти деньги, да и вообще надо жить на что-то, потому что у меня осталось, ну, совсем копейки. Как обычно, сейчас попробую найти что-нибудь, ну, именно в автосервисе своем, вдруг там какая-нибудь работенка появилась, ну, или же, может, подработаем таксистом, что вообще не хотелось бы. Ладно, не буду вас томить дорогой, пойдем быстренько, я сейчас доберусь, потом продолжу. Так, пацаны, короче, блин, мне дали последний шанс. То есть сказали, если я пригоню разбитую тачку, меня пошлют нахер и вообще выгонят с автосалона, потому что у меня есть дом, и как бы я уже реально сажусь на шею. Короче, мне сказали, что вот совершенно недавно было устроено что-то типа автошоу или что-то типа того. Короче, там, друзья, полно машин, и мне позволили взять на время, а потом, конечно же, вернуть какую-то тачку из автосалона, чтобы хоть как-то, в принципе, не отставать от молодежи и, соответственно, войти в их тусовочку. Поэтому, народ, ну, я не знаю, даже большой, как бы, выбор, да, но мне кажется, такая вот, ничего такая вот подойдет, мне кажется, вот эта тачка, да, как бы, или же красная. Давайте на вот этой красной подъедем, я думаю, вот, блин, да, реально, на красной поедем сегодня, и, на самом деле, нам нужно далеко так ехать, поэтому, друзья, надо как-то аккуратно выехать отсюда, не разбив тачку-то с автосалона. Ё-моё, как их сюда вообще загоняют так? Кстати, друзья, сегодня вечером я вам хочу немножечко раскрыть секрет. Я хочу привезти Настюху к себе домой и, соответственно... Так, подожди-ка. Показать ей свой дом и спросить, ну, готова ли она переезжать ко мне. Короче, друзья, это все вечером, а пока что нам нужно как бы... Ох, нихера себе наш острый. Короче, нам нужно ехать за город и как раз таки приехать к данной тусовке и найти себе, ну, подходящую тачку. По крайней мере, это нужно будет где-нибудь там, ну, поставить, чтобы ее никто не спиздил, скажем так. Поэтому... Так, что там? Красный. Поэтому, друзья, ну, ехать долго, ехать реально долго. Сейчас покажу вам по навигатору. Мне показали, что это где-то за городом. По-моему, даже вот возле старого аэропорта. И да, вот если я не ошибаюсь, тут метку ставили мы по навигатору. Так, и нам ехать офигеть сколько? 5500 метров. Да ладно вам, офигеть. Это полдня у меня уйдет, реально полдня. Ё-моё. Ну ладно, друзья, погнали! Говно. Вот посмотрите на это. Где это чмо? Ты... Я не пойму, кто вообще за... Он меня еще сбить захотел. Вылез... С тачки вылез.
С тачки вылез и сказал. Сука. Вообще меня бесит сегодняшний день тем, что меня просто удолбал какой-то урод, который, мне кажется, даже и права купил. Чему? Дебил, блин. Блин, я даже не перестрелялся, я ехал по своей полосе. Вы посмотрите на это. Нихера себе, блин, минус крыло. Еще и минус стекло. Ну, отлично просто. Ладно, погнали, немножечко, наверное, таки отремонтируемся, потому что это не особо по ущербу много. Поэтому знаю автосалон, точнее автосервер, где мы можем это все быстренько отремонтировать, народ, да? Чтобы уж точно, ну, потом никаких проблем у меня не было. И как только отремонтируем, то по-любому уже отправимся сразу же на эти странные гонки, блин. Но зарабатывать-то надо, зарабатывать надо. Там тачки вообще топовые, на самом деле. Там тачки ого-го какие. Так, а автомастерская будет за городом, мы как раз в нее и заедем. Так вот, там тачки будут топовые, там, блин, самые вот, что ни на есть, самые лучшие собрались, потому что парни вложили в них душу, они их делали, ну, очень долго, но это что-то типа смотры тачек будет. Ну ладно, может даже автозвук там проявится. Короче, гоним мы на мастерскую, потом сразу же на гонке. Йоу, Ровни, спасибо за то, что отремонтировал тачку. Друзья, короче, я заехал на такой вот, ну, палевный, скажем так, сервис, и мне поставили китайские запчасти. Так, нам, в принципе, ехать 400 метров осталось, поэтому отлично. Но вообще, честно сказать, мне срать на эту тачку, ведь она стоит в автосалоне, и по-любому любой покупатель даже не обратит внимания на то, что тут разные стекла, поэтому срать. Ладно, так, нам нужно припарковаться где-нибудь там поблизости, чтобы, конечно же, нас заметили, да? То есть, смотрите, а что получится? Подождите-ка. Нам нужно было, по сути, приехать сюда, а мы... Или что? А, подождите, а где эта туса-то? Где это сборище, а? Объясните мне. А, вон менты выезжают, походу, там, да? Ну, потому что менты этим всем заправляют и следят за этим делом, так, да? Давайте аккуратно сдадим, развернемся и поедем туда. А, да, друзья, все верно, здесь, как вы видите, что-то типа данной тусы. Вот я вижу уже тачки прокачанные, офигеть. А, нам нужно заехать с той стороны, окей. Так, давай мы все же, наверное, поставим тачку где-нибудь... за пределами трассы, потому что тут, походу, люди еще и гоняются. Офигеть, какая туса здесь. Вы посмотрите, сколько тачек. А давайте присмотримся. Мне вообще сказали, любую можно угнать, но главное, чтобы она хоть как-то все-таки выделялась, чтобы ее можно было потом толкнуть, по большому счету. Так. Стоп, а где бы тачку поставить? Друзья, ну, я не знаю, если я сейчас где-нибудь поставлю за пределами, то вообще подумаю, какой-то долбоеб. Мне кажется, о, да давайте мы ее приблизительно здесь и оставим, да? Вот так вот, где-нибудь здесь, отлично. Во, отличное место, друзья, отличное, просто замечательно. Все, отлично, погнали. Так, что же здесь есть? Смотрим. Здесь баги я вижу. Ну, не баги эти, или баги, как это называется, забыл, короче. Друзья, по горам ездят и даже не ощущают, потому что подвеска у них просто, я бы сказал, какая пиная просто. Окей, так, далее, здесь драги. Офигеть, Курума. Вау, дрифт-тачка, друзья, вы посмотрите на нее. Это что-то типа мустанга, я так понимаю, да? Офигеть. Ну тут, понятное дело, он намывает ее по-любому. Но я же говорил, друзья, туса просто жесткая. Вот посмотрите, какие тут тачки, какие двигатели. Офигеть, телок много. Оу, щит. Ох-ох-ох-ох, шалунья. Окей, окей, я тебя понял, я тебя запомнил. Так, офигеть. А какую бы нам угнать, друзья? Какую бы нам, конечно же, угнать? Так, смотрите, вот эта тачка тоже жесткая. Что-то типа, получается, Формула 1, да? Сколько мне, интересно, за нее могут дать? Блин, жалко, что тут нет ценников. Было бы классно. А это что-то типа похожее из Форсажа, да? Или я ошибаюсь? Ну да, что-то похожее все же, да? А, тут сразу и диски продаются. Капец, друзья, капец. Но это какие-то, мне кажется, слишком, ну, простые тачки. Хотя вот это синее, ничего такое заряженное, да? То есть, смотрите, и турбина здесь по-любому сразу же стоит, и нитро, да? А, да, ну, вон, видите, переключатели. А, и вот даже нитро лежит. Ну, я понял вас, я понял, здесь все серьезно. Так, это тоже дрифт-тачка. Офигеть. О, вот это да! Капец, парень, сколько денег ты потратил на то, чтобы воссоздать данного зверя? Торнадо его зовут. Офигеть. Я, друзья, даже в растерянности. И мото, посмотрите, какие мото. Блин, надо попробовать как-то моток угнать все же, да? Я не думаю, что как бы много дадут за него, но я думаю, что потянет. Хотя бы на пару дней прожить уж точно потянет. А чё это за аэрография на тачке? Так, пацаны, только что позвонил директору, он уточнил детали. Ему нужна гоночная, прокачанная, турбованная тачка, поэтому нам нужно и найти именно такую.
как бы подходят под все это дело вот этот вот, получается, я, по-моему, если не ошибаюсь, Nissan, да? Да, это, походу, Nissan, но очень похож. Окей, смотрите, офигеть, какие банки, он, в принципе, да, вот это подходит, вы посмотрите на нее, она реально подходит под ту, которая нужна моему боссу, да? Или же, подождите, давайте посмотрим все, как бы, да, но они, по-моему, все прокачаны, и все на нитро, и все с турбиной, ну да, он нитрос лежит, отлично. Так. Опа-на, менты. А за что менты-то? А за что менты-то на меня наагрились-то? За что? Что я сделал не так-то? Так, ну, этот какой-то непонятный чебурек вообще стоит здесь. Он мне 300 лет не нужен. Окей, погнали. Мне кажется, вот эта тачка была бы сама то, друзья. Да, она подходит, смотрите. У нее по-любому нитро лежит, да, сзади, да? Потому что переключатель есть. Не вижу нитро ускоритель. Но, походу, даже в багажнике лежит. Блин. Одна у меня звезда, одна звезда. Или я даже не знаю, друзья, можно вот эту, конечно же, стырить. Или же стырить вот эту. Вот. Посмотрите на этого зверя, жесть. Но мне кажется, за него особо много не дадут, потому что здесь лишь только движок нормальный. Ладно, погнали ту заберем, да? Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не хотел это сбивать на самом деле. Так. Я хочу просто сесть попробовать, надо посмотреть на данную точку. Так. Вау! Офигеть мощи! Там, по-моему, хозяин орёт. Там, по-моему, хозяин орёт за то, что я угнал тачку-то. Офигеть! Так, друзья, теперь нужно, мне кажется, увалить от ментов. От сраных ментов, которые за мной, походу, гонятся. А, не, подождите, они не за мной, получается. Они за моей тачкой, которая там стоит. Да ладно вам! Видимо, тачка была не зарегистрирована, и поэтому их вызвали для того, чтобы ее убрали. Ну, круто, круто, чё, ладно, пофиг, бро. Потом заберем ее. Вау! Она классно уходит поворот, друзья. Я не знаю, я даже хочу себе такую тачку оставить-то. Ну, нам по-любому нужно сбагрить нашему... вообще, ну, вообще, привезти ее на автосалон и потом сбагрить какому-нибудь покупателю. Тихо. Главное не разбить. А то мне потом вообще денег не заплатят. Так. Отлично. И, в принципе, на трассу. Замечательно, погнали. Погнали в город, друзья. Погнали в город. Друзья. Ну, дела не очень хорошо у меня обстоят, потому что менты меня просто окружают. Видимо, сообщили об угоне, и поэтому за мной сейчас идет слежка. Мне нужно свалить, мне кажется, куда-нибудь, ну... Я даже не знаю, куда, потому что две звезды... А, я, кстати, уже практически свалил, но нужно, главное, затаиться и не спалиться. Поэтому мы едем за город или куда-нибудь в горы, по-любому же там не найдут, да, народ? Так. Потом посмотрим по ущербу, но меня просто там жахнули неплохо так. Менты, блин, урода. Ну а что я сделаю, друзья? А что я сделаю? Как по-другому их объезжать-то? Скажите мне, пожалуйста, как по-другому? Да вот именно никак. О, заяц. Ну не будем его давить. Так, ну вроде бы как бы... Сука. Извините за выражение, но потому что у меня уже нервы не сдают, потому что меня, походу, сейчас обнаружат. Нет. Меня не обнаружили, друзья. Все просто супер. Отлично, я скрылся. Замечательно. Так, давайте посмотрим, что у меня тут по ущербу. Ну, ага. Да я скажу, это херня на самом деле. Это действительно херня. Вы посмотрите, но только бампер немного покоцал. И, конечно же, немного крыло. Ну и, получается, крышку капота тоже, наверное-таки, придется заменить. Ну или, хотя нет, что ее заменять-то? Подождите, сейчас все поправим, все будет замечательно. Я не думаю, что за это меня лишат премии за данную тачку. Поэтому погнали по-быстрому. Сейчас сбагрим ее и получим свои кровно нажитые. И наконец-таки отремонтируем нашего Би, друзья. Ну или Бамблби, для кого как удобней. Так, народ, ну, в принципе, я уже практически заехал в город. И да, я уже в городе, в принципе, сейчас мы практически доехали до нашего автосалона. Ну и я вообще могу сказать, что данная тачка в повороты просто как боженька заходит. Я, конечно же, попробовал, ведь такую тачку-то гоню, офигеть. Так, ну сейчас попробую, может быть, что-нибудь вам исполню, но не обещаю, да? А вот мне не нравится та патрульная машина, которая там стоит, и, походу, меня пасет, да? Или что? А, не-не-не, это, получается, полицейский участок, и мне нужно как можно быстрее отсюда свалить. Отлично, она уехала, и я надеюсь, меня не запалили и не заподозрили. Так, едь давай! Мне нужно тачку быстро сбагрить. Ну, едь ты, ё-моё! Карга старая! Чё нам сзади есть, чё? Кто? Тихо. Давайте по встречке чуть-чуть. Так. Отлично. О, просто супер, друзья, нашел выход в данной ситуации. Так, отлично, так.
Ну, сразу хочу сказать, что вот больше я ее не бил, друзья, вот просто офигенно я ее довез, то есть поломок, по крайней мере, ну, не добавилось, поэтому не знаю, сейчас посмотрим, что мне за нее дадут. Превышение, мать вашу, скорости мне дадут за нее, твою мать. Так, надо скрыться, друзья, надо скрыться где-нибудь в районе гетто. Я думаю, они даже не сунутся в этот район, потому что здесь все с пугалками, и они могут дать отпор этим сраным копам. Так. Так, 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 так. Отлично, давайте направо. О, отлично. Так. Прямо, прямо, прямо. На метрополитен, отлично. Замечательно, катаемся, не привлекаем внимания. И, по-моему, вот уже звезды пропали. Отлично, друзья. Нам остается лишь только доехать до нашего автосалона и протиснуться средь столба и этого внедорожника. Отлично, прогнали. Так, главное не нарушать и не попадаться на камеры. Ведь спалили меня-то по камерам, да, друзья? Так, отлично, сейчас налево. И сейчас мы узнаем, что мне за нее дадут. Пацаны, отлично, приняли тачку, наконец-то ее приняли, вообще ее уценили как 10 лямов долларов данная тачка стоит, и мне дали на первое время соточку баксов за то, что я проделал такой непростой путь. Ее, как вы видите, поставили на ремонт, и, соответственно, как только ее доработают, ее выставят на продажу и, скорее всего, быстренько сбагрят, и как только ее сбагрят, мне, ну, может быть, что-нибудь еще привалит, но я думаю, тысяч, так это 300-400 уж точно должны накинуть за такой вот замечательный угон. Так, ну а нам нужно, конечно же, добраться до нашего, а, друзья, места, автомастерской, и отдать деньги за Бамблби. Да-да-да-да-да. Так, пацаны, отлично, я добазарился по поводу нашего комарика, его загнали и уже будут ремонтировать. Кстати, сказали, некоторые детали могут поменять и увеличить ему по объему, ну и, возможно, таки поменять несколько бамперов и вообще превратить его в новейший автомобиль. Короче, друзья, посмотрим, что они там намутят нам, но я отдал где-то 55 тысяч баксов. Сейчас у меня осталось 62, получается, и мы отправляемся к Насте. По-любому, друзья, нужно уже приглашать ее домой, да и вообще что-нибудь с ней дома замутить. Поэтому, друзья, ставим лайки, а я уже отправляюсь к Насте. Привет, Настя. Привет. Ну что ж, как твои дела? Спасибо, все хорошо. Как твои? Тоже все замечательно. Слушай, у меня такая идейка, я давно хотел показать, где я живу. Ты, может, в гости хочешь или нет? Если нет, то пойдем куда-нибудь гулять. По-моему, хорошая идея, давай. Отлично. А, ну и еще одна проблемка. Ну, как обычно, моя машина в ремонте, и я не знаю, через сколько дней ее сделают, но уже идет процесс сборки. Поэтому давай ты вот как раз на приоре меня прокатишь до моего дома, я тебе покажу, расскажу, куда ехать. Как ты? А может быть ты? А почему ты боишься на ней ездить? Ну, как бы все ж просто. Ну, просто, да, просто, но надо еще будет потом потренироваться, ну, как бы... Окей, я тебя понял, намек понят. Короче, смотри, следующая серия, мы запишем то, как я тебя учу ездить. Почему бы нет? Согласись. Ну, да. Ну, и отлично. Ладно, ну, поехали тогда на твоей, в принципе, чё б нет-то, хорошо. Поехали. Все же лучше, чем не пешком. Так, что, села? Да, а чего ты назад села? Боишься, что ли, меня? Нет, просто тут удобнее. Спереди я уже ездила, теперь сзади. Хорошо, хорошо, ладно, без проблем. Смотри, нам ехать как бы 2 километра 570 метров. И, в принципе, ну, не так уж далеко, поэтому я готов слушать. И просто хочу знать, чем ты занималась сегодня весь день. Ну, сначала я была на учебе, вот. А потом на тренировке и все. Да, насыщенный день, кстати. А я пытался заработать деньги, как всегда. Ну, в общем-то, ничего нового, в принципе. Там в автосалоне продали пару машин, и все просто замечательно. Ну, и поэтому у меня хороший день. Хорошо, он прошел у нас. Ну, это здорово. Ладненько, не будем мы, наверное, таки томить наших подписчиков. И я сразу же, как только мы подъедем, ну, я думаю, включу камеру. Так, ну что же, смотри, вот это вот мой райончик, в принципе, видишь, какие-то дома, какие-то богатые тетеньки или дяденьки тут живут, вообще непонятно. Ну, а вот это вот уже мой дом. Как тебе он? Красивый, большой. Да, вот два гаража, кстати, ну, как раз, в принципе, под мою машину и под машину гостей каких-нибудь. Ну, в общем-то, специально два гаража купил для себя.
Так, ну пошли, в принципе, я тебе покажу задний двор. Ай, все, отлично вышло, пошли. Смотри, тут у меня есть, сразу хочу сказать, вот есть второй этаж. Здесь, в принципе, можно хорошо провести время. А также у меня есть бассейн. Так, ну что ж, ну а вот мой дом, так скажем, изнутри. Смотри, тут много, в принципе, картин. Ну вот, изображены лошади и, в общем-то, вот такие вот у меня, скажем так, хоромы. Что скажешь? Почему так много картин с лошадьми? Ну, на самом деле, я увлекаюсь лошадьми, и мне нравится именно, ну, само животное, поэтому я решил, что весь мой дом должен быть обставлен этими замечательными существами. Ладно, я думаю, ты меня поняла. Ну, что-то типа Да. коллекционирую их. Так, пошли дальше. Смотри, тут, в принципе, у меня, ну, что-то типа, получается, кухни, а тут стол. Ну, я не знаю. В общем-то, я расставил именно все так и думаю, что, ну, это правильно. Не По знаю, фэншую? он... Да, типа по фэншую, скажем так. Окей. Также у меня здесь, ну, что-то типа гостиной. Я здесь принимаю друзей, и, соответственно, мы с ними беседуем, пьем чай и прочее, 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 читаем книги. И вообще есть у меня также пианино. Вот, в принципе. Ну, играть на нем я, честно сказать, не особо умею. Ты как? Умеешь играть? Где это там Нет, пропало? Не а зачем умеешь? оно тебе нужно? Ну, тоже типа по фэншую поставил, господи, пускай стоит. Думаю, может, кто-нибудь научит меня играть и буду играть так-то. А также у меня, смотри, у меня тут есть статуэтки именно тоже лошади. Я их очень долго искал, и я нашел. Вот они в шкафу у меня. Как бы иди сюда, смотри. Здорово. Как тебе? Нравится? Да, красивый, ты прям Классно, да? вообще коллекционер. Спасибо большое. Ладно, ну, в общем-то, смотри, я тут испек, в общем-то, типа кексиков. Не знаю, может, у меня калечно получилось, но не знаю, вроде бы никто еще не травился, потому что не первый раз я уже их пеку, а также есть чай, поэтому давай мы с тобой попьем чайку. Ну, а я думаю, уже на этом стоит заканчивать серию. Я хочу сказать огромное спасибо подписчикам за просмотр данной серии, друзья. Обязательно ставьте лайки. Давайте наберем 5000 лайков для следующей серии. Ну, а с вами был Диман и Настя. Всем удачи и пока! Пока.